Здравствуйте, мои дорогие. Это все 4 мая. Солнце уходит. Вроде бы чуть-чуть уходит, а уже ощущается холодок, и по воде можно видеть ветер такой небольшой гуляет. Красиво уходит солнце, отражаясь в воде. Очень так красиво. Вечер был классный. Есть только одно, о чем я немножко жалею. Это вот эта вот маленькая матрица, которую я сделал, чтобы типа на шею, о которой я снял видео. Ну, оно как-то с кармана выпало и как-то так вот случайно как-то затерялось. Я даже не знаю, в каком месте она могла выпасть. Я искал, и как-то такое беленькое, маленькое. Как я мог потерять? И вот искал, и нигде нету. Сколько не искал, бесполезно. Ну, ладно, есть. Зато плюсы. Сейчас, секундочку. Есть плюсы. Вот. Щавлик. Собственноручно собранный. Я его так красиво запаковал, чтобы он в кармане места не занимал. Все, пойдем сейчас варить борщ щавлевый. Матрица, конечно, это интересно было. Такое вот. И название такое вот. И дизайн такой. Ну что ж поделать. Значит, тот, кто найдет, тому нужнее. Ведь я сказал, что кто будет носить, тот будет сам центром. Значит, тот, кто найдет. Если правильно приспособлен, будет молодцом. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы ничего не теряли, чтобы вы только находили. И только находили, и приумножали, и счастливы были. До скорых встреч. Пока-пока, ваш Алексей. Будьте счастливы.